Всем привет, меня зовут Алена, и сегодня я хочу вам показать, как я делаю свой макияж. В принципе, немножко расскажу, наверное, о тех вещах, которые я соблюдаю по уходе за своей кожей. Я считаю то, что вообще, в принципе, кожа лица — это как зеркало. То есть некоторые говорят, глаза — зеркало. Да, безусловно, в каких-то вопросах, да. Но лицо тоже, ваша кожа показывает в первую очередь то, как вы себя чувствуете, как вы питаетесь, как вы высыпаетесь, как действует, в принципе, ваш организм, поэтому я стараюсь все равно уделять ей какое-то внимание, помимо того, что уделяю внимание другим аспектам своей жизни, которые на нее влияют. И сегодня как раз таки я вам расскажу о каких-то вещах, продуктах, которые я использую. Некоторые из них я использую уже давно, и я действительно с ними знакома, я им доверяю, я их люблю, покупаю не первый раз, такое бывает очень редко. И также покажу вам какие-то новые вещи, которые я некоторые даже только сегодня первый раз использовала, и вы потом посмотрите, скажете, что для вас было ново, что для вас было старо, что вы сами используете, и, возможно, дадите мне какие-то лайфхаки по уходу за собой, если они у вас есть, если вы хотите ими поделиться. И мой, в принципе, уход я начинаю с того, что я мою руки. Руки обязательно должны быть чистые, особенно когда вы касаетесь лица, когда вы что-то делаете с ним. Это первое и самое важное правило, которое, в принципе, должно быть у каждой девушки и у каждого человека, который ухаживает за своей кожей лица. Первое средство, которое я хочу сейчас использовать, это софтнер. Я его получила буквально неделю назад, и сегодня только открыла эту коробку с Rich Cosmetics и решила его проюзать. Я уже немножко его нанесла на кожу лица, но хочу повторить. Это как мини-база, так скажем, которая будет помогать немножко освежать кожу вашего лица и давать ему очень приятные ощущения. Вроде как она поддерживает увлажнение, но это мы еще посмотрим, потому что, опять же, первый раз его использую, не знаю. Следующий продукт — это сыворотка Refresh. Ее я уже использую достаточно давно. Чаще всего я ее наношу именно после того, как я умылась, помылась и как раз-таки наношу ее на полностью чистую кожу лица. Немножко наношу ее сверху и на щечки. Она очень хорошо поддерживает увлажнение моей кожи, то есть моя кожа действительно перестала сушиться, она одно время делала это очень сильно. Здесь в этой сыворотке используется масло миндаля, которое как раз таки очень хорошо помогает поддерживать увлажнение в коже, при этом его не пережирняет, так скажем, как многие другие орехи. Я наношу просто массажными движениями, распределяя по всему своему лицу. Она достаточно быстро впитывается, но тем не менее я бы немножко подождала. Я сегодня первый раз, на самом деле, пробую коллаген, матча-коллаген, точнее, выглядит вот так. Я его заказывала на iHerb'е. Коллаген, кстати, тоже очень хорошо помогает и коже, волосам, ногтям чувствовать себя хорошо. Вот, я решила попробовать и поюзать, поэтому иногда я буду пить. На вкус первый раз было не очень, я добавила овсяного молока, стало намного круче. Итак, кожа уже впитала в себя как раз таки эту сыворотку. Следующий этап, который я использую по уходу за собой, это BB-крем преображение от Organic Shop. Он называется Photoshop, и впервые я с ним познакомилась года два, наверное, назад, и была, правда, удивлена, потому что обычно я не покупаю какое-то средство второй раз. Бывает это очень редко. Крем имеет достаточно плотную текстуру, и он очень хорошо ложится и как защитный слой действует на моей коже. Опять же, повторюсь, у меня кожа достаточно сильно чувствительная, и она достаточно быстро становится обезвоженной и сушится. Поэтому я наношу совсем небольшое количество как раз таки на кожу лица и распределяю. Следующее, что я делаю, это наношу тональное средство. Это у меня от Rimmel. Многие мне, кстати, писали по поводу того, то, что тональное средство достаточно сильно сушит. Если у тебя кожа сушится, зачем ты ее используешь? Дело в том, что я как-то решила провести челлендж и не использовать как раз таки никакое тональное средство, а просто использовать максимум крем, ну и так далее. Как итог, моя кожа лица начала покрываться различного рода прыщами, начала еще больше сушиться, и был какой-то эффект, на самом деле, обратный, что меня очень сильно огорчило, потому что я думала, ах, я стану такой органик-органик и не буду вообще ничем пользоваться. Как бы не так, моя кожа сказала мне, нет, Алена, так дело не пойдет. Поэтому тональный крем
тональную основу. Это достаточно легкая, кстати, я использую, опять же, для того, чтобы защитить свою кожу от воздействия окружающей среды, которая воздействует на нее достаточно агрессивно, я бы сказала. Вот тон мы с вами уже нанесли, в принципе, выгляжу я так же, как и выглядела до этого, то есть у меня нет особо больших каких-то проблем с кожей лица, которые вы могли бы видеть и которые мне надо было бы скрывать, но мне, в принципе, нравится наносить тональную основу для защиты кожи в первую очередь. Следующее, что я чаще всего делаю в своем макияже, это добавляю немного скул, так скажем, которых у меня почти нет. Это Lumine Natural Coat Skin Perfect Mineral Bronzer and Blush. Звучит страшно, возможно, еще я сказала что-то не так. Бывает такое. Вот, поэтому мы с вами просто берем кисть, я ее немножко, не знаю, что я с ней делаю, убираю остатки прошлого, наверное. Я ее стараюсь мыть, по крайней мере, раз в неделю минимум. Когда получается дольше, к сожалению, но я стараюсь все-таки с этим не затягивать. Поэтому берем небольшое количество и просто... Я наношу вот такими вот движениями, немножко вниз, чтобы, опять же, тень была посильнее. И распределяем. Как вы можете заметить, у меня как будто бы появилось немножко, по крайней мере, скула. Я, кстати, сегодня абсолютно не укладывала волосы. Я как-то, не знаю, пропустила тот момент, когда они у меня высохли. И решила так и оставить. Они выглядят у меня очень растрепанно, но я думаю, пока что это мило. Мы немножко добавили как раз-таки на наши скулы. Также я прохожусь еще небольшими остатками по всей коже моего лица, просто чтобы немножко как-то сравнять тон и сделать кожу более матовой. Это мои брови. Как вы видите, они достаточно большие, но временами их почти не видно почему-то. И для меня это очень непонятно. Поэтому я пришла к тому, что мне надо все-таки их красить. NYX карандашик — это просто моя любовь. На одной стороне очень тоненький наконечник, которым я с радостью прорисовываю начало брови. Теперь у меня видно хотя бы начало моей брови. Следующее, что я делаю, я их расчесываю. И кончики прорисовываю либо помадкой NYX, либо в последнее время я начала использовать тоже карандаш от Rimmel, но он немножко цвета рыжеватого, поэтому немного отличается от моего естественного вида, но ничего страшного, им он более яркий, так скажем. Та-дам! Теперь у меня есть бровь. Теперь у меня есть вторая. Следующее, что я делаю, это мы с вами добавим немного геля на брови. Гель для бровей у меня также от Rimmel, он полностью прозрачный. Я убираю излишки, потому что их слишком много. И затем уже наношу. И вот как-то так у нас все и получается. Также, если у меня есть настроение, то я добавляю еще хайлайтер от NYX. Видно блеск. По правде говоря, красить я люблю только за тот эффект того, что моя кожа защищена. Если бы у меня, наверное, была такая возможность, я бы и не красилась, потому что, в принципе, я принимаю свою кожу лица такой, какая она есть, но моей коже лица нужна поддержка, нужна помощь. И также, говоря о заботе о губах, то я сейчас ищу для себя новый бальзам, и тоже, если вы ищете, то ищите без воды в составе, потому что вода на холоде, она кристаллизуется и тем самым делает микротравмы для ваших губ. Поэтому смотрите, берите максимально на масляной основе, чтобы ваши губы чувствовали себя действительно очень хорошо. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Кстати говоря, о туши и о том, что я что-то использую на веки, я ничего не использую, считаю это абсолютно чем-то бессмысленным. И, кстати, я думаю, вы заметили то, что вообще, в принципе, тушь, она абсолютно теряет свою актуальность, и мне кажется, сейчас почти никто уже не пользуется тушью, потому что это особого смысла не имеет. Она только вам мешается, и все в таком духе. По крайней мере, я уже не использую тушь, наверное, где-то год. Я очень этому рада, правда, вечером мне нужно с ней мучиться, и это потрясающе. Если вам интересно видео именно по уходовой какой-то косметике, какими кремами я сейчас пользуюсь, в принципе, как я вечером ухаживаю за своей кожей, маски делаю, не делаю, вот. Если вам это интересно, вы мне скажите об этом в описании, я обязательно сниму какое-то уходовое видео именно уже на осенний период, так как сейчас кожа начала еще больше сушиться и, знаете, как бы капризничать, я бы сказала. Каждой коже нужно найти свой подход, чтобы она чувствовала себя максимально круто в любой период этой жизни. Скоро грянут холода, скоро грянет минус,
И некоторые умные девочки, которые пользуются кремом с водой, очень сильно повредят свое лицо, поэтому никогда не забывайте о том, что, например, крем лучше перед выходом на улицу не использовать. Если вы его используете, то хотя бы за полчаса минимум. Вот, и тогда ваша кожа будет легче. Но опять же, у всех кожа разная, у всех индивидуальная какая-то особенность ее есть, поэтому слушайте себя также. По уходовой своей косметике я бы с радостью вам рассказала больше, потому что Lush меня достаточно сильно прокачал, я бы сказала, и я сейчас использую какие-то средства, которые многим непонятны, например, сквалины, флюиды, вот, например, софтнер какой-то решила попробовать. В общем, если вам это все интересно, то пишите, я буду с радостью освещать какие-то небольшие бьюти-темачки, в которых я хоть что-то понимаю, с которыми я сталкивалась, поэтому буду рада. Я очень надеюсь, что вам понравился такой простой минималистичный макияж на каждый день, на каждый осенний день, потому что мы использовали даже два увлажняющих средства. Вот, это определенно не летний вариант. Так что вот так вот. Много вот так вот, много вот так вот. Так что просто я беру свою мачу, затыкаюсь и бегу отвечать на ваши комментарии. Спасибо большое за просмотр. Люблю вас.